Напомню, 12 мая Мария Михайловна Рыбина отметила столетний юбилей в аварийном доме. Барак, в котором живет ветеран труда, давно подлежит сносу. Провалившийся потолок, на его месте зияет огромная дыра, запах сырости. Щели между досок, кран покрыты толстым слоем ржавчины, из которого течет только холодная вода даже зимой. Соответственно, полное отсутствие отопления. По поручению руководителя следственного управления СКР по краю, по данному факту, следственным отделом по Хостинскому району города Сочи, незамедлительно организована процессуальная проверка. Следователи проводят необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.